Здравствуйте. Я поздравляю всех с наступающим 2023 годом. Немножко хочу сказать, как прошел мой год. Он был как никогда очень насыщенным. Во-первых, я получила дополнительное образование в сфере управления персоналом. Я начала администрировать группу ВК, что никогда не делала. Очень интересный для меня опыт. Я начала пробовать себя в качестве спикера нашего курса. Также в следующем году планирую начать обучение по грантовой деятельности, по написанию грантов. Как говорит Анатолий Олегович, в ближайшее время точно скучно не будет. Так вот, я желаю вам, чтобы и вам никогда не было скучно, чтобы в вашей жизни все шло, как должно идти. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. С наступающим вам годом!